На состоявшемся совместном заседании Президиума Горсовета депутатов и Новополоцкого исполкома принято решение о выдвижении кандидатов в члены Совета Республики от Новополоцка. Собравшиеся единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Демидова, председателя Новополоцкого горосполкома. Я думаю, что это решение поддержится и всеми жителями города. Нам нужен свой человек в Совете Республики, который будет отстаивать интересы города, интересы новополочан, да и интересы всей Витебской области. Дмитрий Демидов родился в Полоцке, и вся его трудовая деятельность связана с Витебской областью. С 2010 по 2014 годы возглавлял Новополоцкое предприятие «Жилищно-ремонтно-эксплуатационная организация». В 2014 году был назначен на пост первого зампреда Новополоцкого горосполкома, а в 2015 утвержден на должность председателя Новополоцкого горосполкома. Позвольте выразить вам благодарность за оказанное доверие и выдвижение меня кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Ваше доверие для меня огромная честь и высокая ответственность. Уважаемые присутствующие, я много лет работаю в Новополоцке, и он стал для меня по-настоящему родным. Видя имеющиеся проблемы изнутри, тесно общаясь с жителями города, я понимаю, что сделать предстоит очень многое. Но я уверен в каждом из вас, в вашей поддержке и вашей самоотдаче. Уверен, что вместе мы приложим максимум усилий к тому, чтобы наш город развивался и хорошел, а наша Беларусь оставалась сильной и процветающей страной. Спасибо за доверие. Совет Республики – палата территориального представительства. Верхнюю палату парламента формируют по 8 представителей от каждой области и города Минска. 8 сенаторов назначает президент. Выборы в Совет Республики Национального собрания Беларуси 7-го созыва состоятся 7 ноября. Александра Качан, Артем Табаков, Вектор ТВ.